Привет, а это долгожданное видео с ответами на ваши вопросы. Итак, поехали. Марк. Вопрос от Высоцкой Елизаветы. Откуда ты берешь столько разных квартир для съемок страшилок? Так как у меня однокомнатная квартира, и вы уже все ее изучили, каждый раз, когда мы куда-то едем, будь то отдых на море, гостиничные отели, деревни, загородные дома, или даже просто мы идем к друзьям в гости, я стараюсь по возможности снимать видео для вас. Вопрос от Лили. Тебе кто-то помогает придумывать страшилки, или ты сама их придумываешь? Ну, как правило, я придумываю их сама, но иногда идеи мне подкидывают мои друзья. Вопрос от Александра Матрасова. А существует ли Катя в реале? Просто она мне нравится. Александр, я ей передам. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Просто некоторые до сих пор верят, что Катя — это Катя, но некоторые уже догадались, что всех персонажей играю я. Поэтому опустим. Вопрос от ТикТок и я. Сколько времени тратится на ролик? На самом деле все очень по-разному. Если это история, которая состоит только из диалогов, то достаточно быстро. Но если это ролик, в котором есть какие-то спецэффекты, либо очень много переодеваний, то он порядка 4 часов на 5 серий. Где-то так. Вопрос от Ёжик Супер. В каких приложениях ты монтируешь? Я, наверное, уже говорила, что все свои ролики я монтирую в одном единственном приложении, и это приложение называется InShot. В нем я делаю все, и обрезаю видео, и ускоряю, и накладываю вот этот смешной голос, который вам так нравится. Все в InShot, достаточно бесплатной версии. Вопрос от Карина Неустроева. Можешь показать все парики? Конечно, давайте попробуем. Вот этот парик, это был парик Амура, если помните такого персонажа у меня в роликах. Вот этот парик, его носит Лерой, но если его надеть немножко по-другому, то и Марк. Вот этот парик, как вы помните, это парик сестры Кати и Светы, это парик Алисы, а также ее подружки рыженькой, как там ее зовут, уже не помню, и так, каких-то мелких персонажей, которые появляются единожды у меня в ролике. Вот этот парик, это парик Самар, нет, это парик Кати, в нем есть челка. Вот у Кати отдельный парик. А вот этот парик, это уже парик Самары, в нем... Ну, тоже есть щелка, еще этот парик носит подружка Светы, которая Крис, вот. И еще вот этот же парик надевает демон. Помните, такой черненький весь? Вот этот парик, это парик тоже подруги Светы. Ну, и так, тоже залетных персонажей. Вот этот парик нашего нового героя, который появился у нас вот недавно, сейчас как раз про него смотрите видео. И вот этот парик, это парик Буна, и так, параллельно каких-то залетных персонажей. А ты перестанешь снимать видео, когда у тебя появится ребенок? Я думаю, что да. Следующие три вопроса от Энджик Единорог. Первый. Почему у Светы и Кати нет родителей? Ой, ну на самом деле они есть. Просто я не снимаю их в своих роликах, но по сюжету они уехали и живут где-то там за границей. Второй. Почему пиковая дама женщина, но с мужскими ногами? Потому что верх у нее мой, женский, а низ у нее мужской, моего парня. Вот, я, соответственно, сажусь ему на плечи и сверху натягиваю вот это длинное красное платье. Ну, а ножки уж сами понимаете, почему не брит. Третий вопрос. Почему ты не снимаешь про невесту демона? Ведь так много времени прошло. Ой, да, я знаю, на самом деле, просто сейчас очень много других интересных роликов запланировано, поэтому невеста демона еще выйдет, просто нужно немножечко подождать. Да и парик помялся, надо бы его восстановить. Следующий вопрос от Котики-Шмотики. Почему Лерой может ходить по комнатам, если на них есть надпись? Он только в кладовке может быть. Все верно, только просто видео этого не было, но Света стерла все надписи на дверях, поэтому сейчас Лерой может свободно передвигаться по всему дому и помогать Свете. Следующий вопрос от Нуне Хачиряна. Будет ли еще ролик с домовым? Ну, если кто-то очень хочет еще увидеть домового, пишите в комментариях. Я, конечно же, придумаю какие-нибудь еще ролики с ним. Могут и быть. И вопрос от него же. Кто настоящая невеста демона? Ну, разве будет интересно, если я вам расскажу, кто невеста демона? Лучше подождите, когда выйдет ролик, и узнаете. Все вместе узнаем, кто же настоящая невеста демона. На сегодня все. Что ж, спасибо вам огромное. Это еще не все вопросы. Мы увидимся с вами в следующем выпуске.